Приветствую вас, уважаемый партнер, на связи Вячеслав Опилкин. Сегодня я хочу вам показать, как взять свою партнерскую ссылку и начать ее рекламировать. Итак, в вашем партнерском кабинете существует вот такая таблица, где все продукты, имеющиеся в моем магазине. Вот ваша партнерская ссылка имеет вот такой вот вид. То есть вот это идет название продукта, это ваш партнерский логин, который вы указали при регистрации. И это процент комиссионных отчислений, то есть первый уровень. Это ваш уровень 50%, и второй уровень, это если вы привлечете партнеров, мою партнерскую программу по этой ссылке, то вам от продаж этих партнеров будет начисляться 5% комиссионных. То есть здесь вы можете щелкнуть, выбрать любой понравившийся вам продукт. Открываете вот его. Страница. И взять вот эту вот, скопировать партнерскую ссылку. И уже, то есть, начинать распространять ее в интернете. Все, вот партнерская ссылка сработала. Произошел переброс на мой сайт. И тот, кто щелкнул по этой ссылке, он уже закрепился за вами. Также здесь есть второй вариант размещения вашей партнерской ссылки. Это уже установить ссылку прямо на оплату. То есть вот эта вот ссылочка я подготовил для вас. Здесь также прописывается ID партнера, это логин, который вы регистрировали в самом начале. И ID товара. Это вот это вот окончание. То есть можно подставить вот эти данные в эту ссылку, и пользователь уже будет переходить непосредственно на оплату. То есть если вы сделали какие-то статьи на своем блоге, или можно, то есть, написать мне в службу поддержки и попросить предоставить файлы продающего сайта, я могу вам в этом посодействовать. Также я для вас подготовил закрытую группу для партнеров, в которой вы можете подать заявочку. И я вас добавлю. Вот здесь я буду выкладывать полезные материалы по продвижению наших продуктов, по настройке этих продуктов. Ну и здесь вы можете уже писать свои пожелания, комментарии, просить меня сделать дополнительные рекламные материалы. То есть здесь мы будем все это делать, общаться с вами плотно и обучаться по продвижению наших инфопродуктов. Вот такое небольшое пояснение я сделал для всех партнеров. Я думаю, вы разберетесь, как здесь работать. Ничего здесь сложного нет. Ну, если что, напишите мне в службу поддержки. Все, с вами был Вячеслав Опилкин. До скорой встречи.